Добрый вечер, друзья! Добрый день! У кого доброе утро? Друзья, как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Да, я вижу, такие теплые уже поздравления идут, друзья. Это я вас поздравляю тоже с праздником, потому что это и ваш тоже праздник. Многие из вас с шаблоном уже 3 года с проектом, поэтому я вас искренне поздравляю с этим праздником, себя поздравляю, наш проект поздравляю общий, и, конечно же, шаблон AB Inspiration. Он у нас за 3 года так подрос, так возмужал, так вышел за рамки проекта, что в итоге вот уже сложно даже в 2 словах описать, что это такое. Недавно у меня брали интервью, и все интервью было посвящено как раз рассказываю о том, что же такое шаблон AB Inspiration, потому что буквально в 2 словах не объяснить. С днем рождения вас тоже, друзья, вас тоже искренне поздравляю, и я очень горжусь вами и ценю то, что вы выбрали шаблон AB Inspiration, и вы с нами, и вы в команде, и вы пользуетесь, и вы преуспеваете, я уверена. Ну что ж, друзья, сегодняшний день посвящен именно 3-летию, и я бы хотела сначала подвести небольшие итоги, но для начала, друзья, я вижу, что есть плюсики, поздравления, мне очень приятно, спасибо вам большое, искренне, и мне очень тепло, и действительно, прямо вот до слез. Спасибо большое, друзья. Скажите, пожалуйста, есть ли у нас кто-то сейчас в аудитории, кто не знаком с шаблоном AB Inspiration, по традиции уже спрашиваю, потому что у нас есть такие всегда гости, приглашенные, кто не в курсе, вообще не знает, что это такое и для чего он нужен. Поставьте, пожалуйста, давайте мы поставим минусики, чтобы я могла отличить. Есть ли такие, у кого, кто не знает, что это такое, пришел сюда просто, ну, послушать, ознакомиться, тогда я немножко сделаю вводную такую часть. Есть ли такие? Ага, вот Светлана вижу. Угу. Еще кто-нибудь есть? Отлично, Геннадий. Хорошо, друзья. Ну, отлично, даже если бы у нас один человек только был, я бы все равно об этом обязательно рассказала. Итак, друзья мои, Светлана, Геннадий, Зинаида, Алиса, все, кто отметили, что у вас нет еще шаблона AB Inspiration, сейчас вы попали на мероприятие, которое посвящено 3-летию проекта MLM «Блог за час», в рамках которого был создан шаблон AB Inspiration. Собственно, это мы сегодня и будем праздновать. Проект родился 3 года назад, когда я занималась фрилансом, то есть я делала блоги на заказ. Я настраивала сетевикам, и не только сетевикам, блоги на заказ. То есть мне платили деньги, и я в течение какого-то времени доводила блог до ума, чтобы он становился бизнес-блогом, чтобы он выполнял свои функции. Как вы все знаете, у нас в интернет много инструментов, и они практически все необходимы для работы. Но с ними нужно правильно уметь работать, правильно их настраивать, правильно их создавать. Так вот, блог не исключение. Это инструмент, который должен вас продвигать как специалиста в сети интернет, как эксперта, продвигать ваш бренд и привлекать аудиторию на ваш блог бесплатную, да, бесплатный трафик. Вот для всего для этого необходимо создать, настроить правильно блог, и для этого требуются определенные тоже знания. Вот у меня, как у специалиста, у фрилансера уходило от 5 до 7 дней, чтобы довести до ума шаблон. И когда я видела, что приходит очень много сетевиков в интернет, и они уже не могли себе позволить либо такие суммы тратить на фрилансеров, либо просто что-то не получалось, у меня родилась идея создать такой шаблон, внешний вид, да, то есть у нас блог создается на WordPress, внешний вид шаблон и дополнительные модули, плагины. Так вот, создать такой шаблон, чтобы в него уже все было включено. Вот вся моя работа, которую я делала на протяжении длительного времени, все мои наработки я включила в этот шаблон. И вот 3 года назад родился этот шаблон в рамках проекта MLM «Блог за 1 час», и название говорило само за себя. Он действительно настраивался в течение 1 часа. Даже первое видео, инструкция была написана в течение часа. Но проект разрастался, и буквально уже через какое-то время он вышел за рамки MLM. И о шаблоне узнали в разных областях и стали спрашивать, задавать вопросы, а только ли это для сетевиков, а можно ли использовать не сетевику и так далее. В общем, как бы у нас шаблон немножко
ушел как бы в сторону, в рамках проекта он все равно оставался, но он стал жить самостоятельной жизнью и распространяться уже среди не только сетевиков, но и других специальностей. Так вот, сегодня мы проводим, вижу все, и до сих пор идут у нас отзывы и такие положительные комментарии. Спасибо, друзья мои, спасибо за ваши теплые вот эти отзывы, слова, я прям вот не могу нарадоваться. У нас вообще, кстати, очень замечательное сообщество образовалось вокруг шаблона AB Inspiration, вокруг проекта MLM Блог за час. Все очень добрые, отзывчивые, все очень милые и позитивные, целеустремленные. В общем, друзья мои, я признаюсь вам тоже в любви, потому что вы действительно очень классные. Ну что ж, подводим немножко итоги. Что, как блог развивался, как вообще шаблон и проект развивался? Давайте немножко истории посмотрим. Итак, шаблон у нас, как вы помните, было 4 глобальных обновления. Глобальными я называю те обновления, которые включали в себя большой объем изменений и изменения внешнего вида. Конечно же, между этими глобальными обновлениями были мелкие обновления. И чаще вы даже их, может быть, не замечали, но работа над шаблоном велась постоянно. Ну, может быть, не каждый день, но раз в месяц обязательно вносились какие-то дополнения, исправления, изменения. Так вот, сейчас я расскажу про глобальные обновления, и кто вот с нами в течение уже 3 лет помнят, как выглядел первый шаблон. Вот первый внешний вид у нас был вот такой. Поставьте плюсики, у кого был такой шаблон, кто ставил версию 3.0 или 3.5, она еще называлась. У кого был такой шаблон? Отлично, у Веры был, у Татьяны, у Петра. Ох, как много, друзья мои, вы все с нами уже почти 3 года. Замечательно. Да, он был, помните, очень узкий, он был простой, в админке было достаточно мало у нас настроек, помните, да, он потом уже стал расширяться, стало больше и больше появляться настроек, а вначале он был очень такой и узкий, и, ну, простой, скажем так. Но время не стояло на месте, мы тоже, и по запросам, конечно же, по запросам вас, вашим, дорогие мои, по вашим просьбам, по вашим замечаниям, спасибо вам большое за то, что вы находили, может быть, где-то ошибки, где-то недочеты, ваши пожелания вы присылали, и они все, ну, почти все реализовывались в новых версиях. И только благодаря вам, друзья мои, только благодаря вам шаблон развивался, шаблон становился интереснее, сложнее, но в то же время более функциональным. И что же произошло у нас в следующем году, 2012? У нас шаблон превратился в версию 3.7, и вышло вот такое вот обновление, сентябрь 2013 года. Поставьте плюсики, кто вот такой шаблон с самого начала получил, то есть не самый первый, а вот именно с этой версии. Ага, у нас даже такие тоже есть, отлично, супер, здорово, да. У нас эта версия, она родилась тоже, опять же, по просьбам, отлично, тоже вижу много. Тоже по просьбам, она стала как бы визуально как бы на всю ширину шапка, помните, да, то есть многие просили, не хотели, чтобы были границы, и хотелось, чтобы было немножко больше простора, тогда была тенденция такая вот на всю ширину и так далее. И вот мы реализовали такой шаблон, тогда уже вошло больше функционала, изменения внешнего вида, вы помните, там добавились виджеты какие-то дополнительные и так далее. В 2014 году, в этом году, у нас произошло еще одно изменение. В июле шаблон был очень сильно переработан. Вот с 4-й версии у нас, если вы помните, произошли просто потрясающие изменения с шаблоном. Он был SEO-оптимизирован, он был облегчен, были заменены с версии 4.7 кнопки «Поделиться», которые утяжеляли, как вы помните, блог, да, они давали иногда ошибку, потому что скрипты принадлежат социальным сетям, естественно, они требовали ресурсов. Я полностью все заменила, и в итоге он стал легче, он стал быстрее открываться, более такой стал воздушный, появились отступов больше, да, он шире стал, появилась в шапке баннер, ну, в общем, достаточно много, еще какие-то виджеты у нас, Инстаграм появился, как вы помните. Но главное то, что были исправлены все абсолютно ошибки HTML, все ошибки CSS, что, в общем-то, тоже важно для поисковиков, они это учитывают, он стал легче, он стал быстрее грузиться. Это была наша главная, пожалуй, заслуга того, что вот мы с этим шаблоном сделали.
Но, как оказалось, и этого оказалось недостаточно. Мы захотели еще больше его улучшить, и в этом году вышла еще одна версия, друзья мои. И сейчас я скажу вам по секрету, уже буквально несколько минут назад она была загружена для скачивания. То есть у кого есть сейчас ключ установлен автоматического обновления, вы можете зайти сейчас в админку блога и увидеть оповещение о том, что пришла новая версия. Вы можете обновиться и увидеть, какие произошли изменения. Ну, прежде всего, опять же, поменялся внешний вид. Естественно, ваш внешний вид, вы как вы помните, он не поменяется. Да, мы все помним, что то, что вы создаете с внешним видом, пока не убегайте, в конце вебинара мы все дружно обновимся, у нас еще есть что обсудить сейчас. Итак, смотрите, значит, внешний вид у вас останется такой же, как у вас есть, не пугайтесь, он у вас не исчезнет, просто шаблон станет шире и добавлены, как вы помните, некоторые функционалы. У нас добавлено еще одно меню, точнее даже два, плавающее меню и в шапке меню. Они не активированы по умолчанию, но нужно обязательно после активации, как обычно, помните вы, да, зайти в настройки шаблона и просто нажать «Сохранить изменения». Ничего не нужно делать, просто сохранить изменения. Тогда тот функционал, которого раньше не было, он активируется. Это важно сделать. Ну, потом вы уже внешний вид посмотрите, подправите. У кого-то, может быть, что-то нарушится, но незначительно. Мы тестировали на разных шаблонах, все будет, должно все хорошо. Но если что-то будет, то будем решать уже в частном порядке. Итак, вот такой у нас сейчас внешний вид. И те, кто сейчас будут приобретать новую версию шаблона B-Inspiration 5.0, у них на блоге встанет вот точно такой вот шаблон. Но с некоторыми изменениями. Обратите внимание, еще раз я напомню, я уже говорила об этом, у нас появился дополнительный функционал у плагина VP-форм, это слайды, и сейчас вы на экране видите, и входная страница, о ней мы тоже сегодня поговорим. Итак, вот так у нас развивался шаблон, вот до такого он у нас вырос, и действительно, я очень им горжусь, это как детище, оно растет, и, конечно же, благодаря вам так развивается. И что сегодня? Вот я хочу просто немножко обобщить для тех, кто не очень знает, что такое шаблон. Вот многие говорят, знают, да, что шаблон – это внешний вид. Но почему я говорила в самом начале, что достаточно сложно в двух словах описать, что такое AB Inspiration? Потому что это не просто шаблон, это настоящий конструктор, можно его назвать. Да? То есть он функционал, конечно же, шаблона, и активируется он как шаблон, но в нем есть огромные возможности, такие как 17 встроенных виджетов. То есть не нужно ничего создавать, просто перетаскиваете и настраиваете. Все необходимые виджеты – это боковая колонка, формирование боковой колонки. Около 100 позиций по изменению внешнего вида. Сейчас вот в новом шаблоне еще добавились. Более 50 встроенных кодов, скриптов и так далее. На самом деле их там больше, я просто уже и не считаю, что туда вставляется. Но все, что необходимо для полноценного блога, уже встроено в шаблон AB Inspiration. Представьте, вам не нужно копаться в кодах, что-то там редактировать и вставлять, и нарушать, и бояться и так далее. Встроен функционал 17 плагинов. Что это значит? Это раньше значит, мы устанавливали плагины, чтобы добавить функционал блогу, и их было, ну, для бизнес-блога такой стандартный набор 27, как вы помните, еще очень-очень давно, года 3 назад мы ставили 27 плагинов, так вот, 17 уже ставить не нужно, уже функционал встроен в сам шаблон, представьте, без плагинов мы разгрузили, то есть блог, потому что каждый плагин это все равно добавление каких-то вещей, а легкие, допустим, плагины, если мы можем реализовать в виде функционала, их лучше не ставить. Лучше мы поставим что-то серьезное, такое, например, как VP-формы и другие серьезные плагины, которые будут улучшать внешний вид, создавать там формы, что-то серьезное делать. А мелкие можно же и включить, правда, ведь в сам шаблон. Встроенные кнопки «Поделиться». Тоже масса всегда проблем, когда мы их вставляем, это могут быть и плагины, и вручную, и что-то плывет, и что-то косит, и так далее. Этот вопрос решен в шаблоне AB Inspiration. Комментарии в социальных сетях.
2 встроенные формы подписки в боковой колонке в конце статьи, 7 встроенных шаблонов страниц, SEO-оптимизация, чистый код и так далее и тому подобное. Ну, вы все знаете, кто пользуется шаблоном, что перечислить все это, знаете, у меня есть отдельный вебинар, где я перечисляю все, что встроено в шаблон. Представляете, в течение часа я рассказываю, что встроено в шаблон. Конечно же, сейчас мы это не будем тратить время на это, потому что у нас праздник. Идем дальше. Еще что за 3 года было сделано? Точнее, не совсем за 3, мы начали это делать в прошлом году. 10 дополнительных плагинов, специально созданных для шаблона AB Inspiration. Что это за плагины? Многие функционал я включаю в шаблон без плагинов, как вы знаете, и он просто огромный. Но есть вещи, которые, допустим, требуют достаточно много кода. И когда я вижу, что это будет перегруз, то мы выносим данный функционал в виде плагина. Естественно, плагины частично у нас есть платные, есть бесплатные. Из 10 плагинов у нас 2 бесплатных. Плагин Twitter цитата, если вы еще не скачали, скачайте, поставьте его. Очень интересна возможность делать цитаты и отправлять их в Twitter в статье. И удаление даты в записи, он тоже бесплатный. Из платных плагинов что у нас? Вот живая форма и слайдер. Это то, как раз о чем мы говорили. Под шапкой делаются слайды и форма подписки. Это такой конструктор простой, что вы можете все сами создавать без всяких HTML и прочих технологий. Плагин отзывов. Тоже долго очень его просили, потому что у многих есть бизнес, есть продукты. Вы вот наверняка сейчас подтвердите. У вас есть уже клиенты, наработки, есть, конечно же, отзывы. На блоге очень хорошо размещать такие отзывы, потому что люди приходят читать ваши статьи, видят, что вы специалист, и тут же видят отзывы о вашей работе. Это замечательно тоже работает, и плагин отзывов был создан специально по запросам. Входная страница, то как раз я о чем и говорила. Первая страница, он еще не вышел в продажу, но сегодня все, кто присутствует на вебинаре, смогут купить его по очень низкой цене. Ну, в день запуска мы всегда делаем скидку. Итак, входная страница создает главную страницу, презентационную, бизнес-страницу, их по-разному называют, статическая страница, бизнес-страница, презентационная. Суть одна, у нас главная страница не в виде классического варианта, в виде статей, да, у нас обычно статьи в обратном хронологическом порядке, самые свежие наверху, и так они по устареванию уходят лентой вниз. А вы сами решаете, какой контент, какие статьи или страницы, или отзывы, или вообще что-то произвольное будет отображаться на главной странице. Ну, создать такую страницу можно, в принципе, и самостоятельно, без всяких плагинов, но достаточно сложно ее структурировать, то есть вывести красиво, чтобы все это выглядело, чтобы это не плыло, не косило, редактировать достаточно сложно такие страницы, если у вас нет навыка. Поэтому был создан специально плагин «Входная страница» для удобства создания и вывода определенного контента, который уже есть на блоге, или вы что-то произвольно хотите написать, для вывода на главной странице. Такая страница создается в течение 5 минут, то есть вы указали ID с записи, ID страниц, какие хотите, 3 уровня, и все у вас красиво отображается с анимацией. Дальше, еще какие плагины были созданы? Плавающие кнопки «Поделиться». Второй ряд у нас такие, ну, больше интерактив, может быть, не совсем, может быть, они обязательные, ни в коем случае это не обязательный набор, да, это все по желанию. Кстати, почему еще в виде плагинов стали создавать такие вещи? То, что обязательно должно быть на блоге, ну вот без этого просто никак, оно было все встроено в шаблон. А то, что по желанию хочется, не хочется ставить, не ставить, оно было тоже вот выведено по этой причине в отдельные плагины. Итак, плавающие кнопки «Поделиться» — это такая колонка вертикальная, и кнопки «Поделиться», и при прокрутке они остаются на месте. Удаление записи, даты записи плюс отличается от бесплатного тем, что удаляет еще дату публикации комментариев в данной записи. Ну, только единственное отличие. Так можно пользоваться удалением даты в записи. Дальше рейтинг статей. Звездочки в конце статьи, и ваши читатели могут оценивать вашу статью по 5-бальной шкале. Сам плагин встроен так называемый
специальные коды, специальная микроразметка для поисковика, для Гугла. И Google видит вот эти звездочки, и он тоже отображает рейтинг статьи в поисковике. То есть, если у вас есть такой плагин, то и звездочки появляются в выдаче Гугла. Это достаточно привлекает внимание, уже экспериментировали, когда в ленте идут статьи, ссылки, и какая-то статья со звездочками, то больше вероятность, даже если в позиции ниже, больше вероятность, что посетитель кликнет именно по этой ссылке, потому что звездочки привлекают внимание, что-то необычное. Дальше, все об авторе. Это в конце статьи высвечиваются вкладки, где вы можете написать о себе. То есть сначала о себе, о своем бизнесе вкладка, присоединиться в социальные сети. Вот, и вот как бы такой блок вы можете разместить в конце статьи, тоже по желанию. И кнопка «Вверх». Кнопка «Вверх» — это когда при прокрутке появляется кнопочка, человек может на нее кликнуть, и прокрутка идет наверх. Но это в случае, если длинные статьи или длинная лента. Вот такие вот плагины были созданы за это время. Идем дальше. Что же еще было сделано за 3 года? Курс по настройке блога, друзья мои, перезаписывался 3 раза. Буквально из, кто еще помнит, вот первую инструкцию, это было одно видео в течение часа. Собственно, от этого видео и пошло название MLM-блог за 1 час. Я записала видео, как настроить шаблон, и это видео длилось, ну, даже немножко меньше часа. Поэтому мы и стали называть, что MLM-блог за 1 час. Там я достаточно подробно рассказала, что нужно сделать, как настроить, и все вот как бы по шагам. Но буквально через какое-то время к нам в техподдержку стали поступать вопросы. Типа такого. Например, я в видео говорю, вот в это поле в настройках нужно вставить логин вашего или ID вашего аккаунта в Facebook. Ну и показываю, как его взять и как его вставить. А запросы стали в техподдержку поступать следующего характера. Вплоть до того, что такое Facebook, а вообще как получить этот профиль, а как там зарегистрироваться и так далее. И тогда я поняла, что просто сказать человеку, возьмите ID и вставьте его в это поле, недостаточно. У нас приходили люди 3 года назад достаточно с низкой интернетной, я бы сказала так, грамотностью, потому что это все было новое, и для многих это вообще просто такие названия Twitter, Facebook, ВКонтакте, они приводили просто в ужас, Google Analytics, Webmaster Tools и так далее, они просто совершенно не понимали, о чем идет речь, FitBurner, да, такие страшные слова, и мы поняли, что нужно что-то с этим делать, нужно немножко больше дать информации, чем просто сказать, что вот здесь нужно что-то прописать. И тогда мы начали записывать курс более обширный, широкий, начинать с подготовки. Так вот, этот курс перезаписывался 2 раза, вот первый был одно просто видео, потом 2 раза курс. И сейчас, друзья мои, он еще больше расширился, вот последний раз мы записывали, у нас получилось 37 видеоинструкций в разделе «Подготовка». Это только основные видеоинструкции, это... Еще в каждой видеоинструкции есть там, не в каждой, а частично есть еще дополнение, дополнительные видеоинструкции. Так вот, 37 видеоинструкций по подготовке. И начинается, как вот вы видите в списке, начинается, как установить браузер Chrome, потому что, ну, чтобы у нас совпадала картинка. То есть вплоть до этого, там до мельчайших подробностей. И... Как выяснилось, вы даже не поверите, когда мы записали этот курс, у нас практически прекратились запросы в техподдержку. Все справляются сами. Все понятно, все, если человек идет, пользователь идет по шагам от видео к видео, у него все получается. Но это еще не все. Подготовка 37 видео, настройка. Тоже я ее разбила не на одно видео в течение часа, как я делала, а я разбила его тоже на мелкие-мелкие видео, чтобы было удобно смотреть. И буквально до деталей. 39 видеоинструкций по настройке. Это не просто видеоинструкции, как куда что ставить, мы еще и изучаем массу вещей. И, наконец, 5 видеоинструкций и вебинаров, которые были проведены, в
течение этого времени по изменению внешнего вида. Вот три блока получился из просто ожидаемой видеоинструкции по настройке, как обычно делают. Знаете, вот разработчики делают просто видеоинструкцию, даже не видеоинструкцию, а скриншоты делают, как, куда настроить. Они ничего не объясняют, это уже как бы вопрос пользователя, где он что будет брать, да? Вот из такой видеоинструкции получился целый курс, просто обучающий курс, и вы знаете, у нас сколько отзывов идет, ну, понятно, по шаблону, конечно же, но большинство еще тоже отзывов идет именно по видеокурсу, потому что для большинства это первые шаги, успешные шаги в интернет, которые они проходят шаг за шагом и чувствуют, что они профессионалы, у них все получается. Вот кто настраивал с нуля, вот скажите, есть такие, кто пришел совсем с нуля и по этим видеоинструкциям получилось настроить, и было ощущение, что ну, действительно получается, я профессионал, и самооценка возрастает. Вот многие именно так отзывались о шаблоне, вернее, о курсе, что да, вот прям вот получается, боже мой, чудеса творятся. Да, ну чудес здесь, конечно, мало, это просто нужно пройти, да, вижу, все очень помогли, да. Ну вот практически идентичные отзывы именно о настройке, что вот как бы все подробно. Вот так вот мы, так вот родился, собственно, практический курс. Отлично. Ну и, конечно же, да, техподдержка. Техподдержка у нас вообще это отдельный, можно сказать, продукт, потому что у нас так выработалось, что каждому клиенту особый подход, мы никого не бросаем, всем помогаем. Конечно же, поскольку аудитория у нас сейчас растет, клуб растет, и нет возможности прям вот с каждым индивидуально. У нас есть часы определенные, которые отведены на техподдержку в скайпе, и мы стараемся, конечно же, вот Василий, в частности, старается, конечно, поговорить с каждым и уделить время, объяснить и успокоить, прежде всего, потому что многим просто реально страшно связываться с такими техническими вещами, особенно новичкам. Кто помнит, тот подтвердит. Да, друзья, спасибо большое за прекрасные отзывы о техподдержке, очень тоже приятно, да. Отлично. Ну, друзья, что видим на экране? 2853 участника в клубе. Да, вот столько у нас зарегистрировалось в клубе человек. Смотрите, я сейчас покажу вам слайд. Просто, ну, правда, до слез, друзья мои. Это, конечно же, не все участники, поверьте. Это, наверное, одна треть. Но посмотрите, как впечатляет. Это те люди, которые действительно работают с шаблоном, создали блоги, и многие из них преуспели. Может быть, о, даже кто-то видит себя. Кто узнает, увидит. Отлично, друзья. Да, вот это наша тоже, как сказать, гордость, да, клуб, отлично. Идем дальше. Что еще у нас за три года? Более 6000 блогов сделано на шаблоне AB Inspiration. Но я не могу сказать точную цифру, это примерная цифра, и мы ее высчитываем примерно по количеству страниц, проиндексированных в Гугле. Вот, примерно, вот, 6000 блогов, представляете, сколько? Но сейчас, может быть, тот, кто не в курсе про шаблон AB Inspiration, скажет, ну как же так, шаблон один и тот же, получается 6000 блогов одинаковых? Нет, друзья, как я уже говорила, более 100 опций в шаблоне встроено для изменения внешнего вида. Что это значит? Что вы можете самостоятельно, совершенно самостоятельно изменить внешний вид и сделать его совершенно не похожим на другие блоги. И этому доказательство наши пользователи. Вот я вывела, ну, здесь буквально 9, потому что не показать больше. На самом деле очень много красивых блогов сделали, совершенно оригинальных. Да, пропал немножко звук, и я говорила, что... Поставьте, пожалуйста, плюсики, слышно меня? Друзья мои, как вы меня слышите? Ага, все, отлично, вижу плюсики, спасибо вам большое. Да, вот красивые, и они все очень разные. Мне сложно выбрать, какие красивее. Мы проводили несколько раз конкурсы уже на лучший дизайн. И, может быть, не сразу получается, не сразу, точнее, получится. Вот те, кто создавали такие красивые дизайны, вот вы наверняка сейчас тоже здесь, я вижу, и Татьяна здесь, и Светлана,
и Марина тоже. Вот скажите, тоже, что самое сложное было? Скорее всего, самое сложное, наверное, было придумать, как он будет выглядеть. Правда ведь? Вот придумать, да, сложно, а уже потом реализовать, если вы придумали, просто заходите в админку и уже экспериментируете. Но что самое интересное, да, вот Марина подтвердила, придумать точно сложно. Но мне, я подтверждаю, потому что мне самой сложно, я же тоже пользуюсь шаблоном Up Inspiration, и мне вот тоже придумать что-то сложно. Но сейчас столько интересных дизайнов есть, вы можете просто походить по интернет и какие-то идеи взять, а уже реализовать. Но в чем плюс? В том, что сейчас у вас, может быть, не очень получилось, или как-то сложно придумать, вы поэкспериментировали, через какое-то время вы его взяли и переделали. Никто не запрещает, вы просто заходите в админку и все меняете, все очень просто. Вот такие у нас замечательные блоги. Так что 6 тысяч, и они все разные, почти все. Итак, что еще? Партнеры. Конечно же, у нас еще есть партнерская программа. И у нас партнеров даже больше, чем пользователей, точнее, участников в клубе. В клубе у нас 2800 с лишним, а партнеров уже 3059. Конечно же, не всем удается зарабатывать, это определенные технологии есть, но мы создаем тоже такие условия, стараемся, чтобы партнеры могли тоже получать комиссионные и зарабатывать. Заработано партнерами в партнерской программе было 1 640 000. Ну, это, понимаете, да, что это не предел. Сейчас появляются продукты, они тоже с партнерской, и вы можете тоже использовать и предлагать их своим, либо, если вы в MLM, то партнерам, либо с вашим подписчиком. Что еще интересно? Смотрите, про пользователи. Касается пользователей. Некоторые пользователи, даже вот я точно знаю тоже, кто среди вас, приобрели дополнительную профессию. Есть такие по созданию и настройке блога на WordPress, на шаблоне Up Inspiration. То есть у нас есть такие, такая возможность, чтобы, если вы освоили настройку, вы можете за дополнительные деньги, то есть брать за настройку деньги, и вашим, например, партнерам тем же в MLM предлагать услугу по настройке. Такие люди у нас есть, и замечательно, мы очень радуемся, что так получается, даже поощряем, поддерживаем. Десятки пользователей построили бизнес и продвинули себя и свои продукты с помощью блога на шаблоне Up Inspiration. И это правда. Ну, на самом деле, если блог не бросать, создать это еще одна ступень, но вторая ступень — его нужно вести. И если его вести, если его наполнять контентом, то, конечно же, будет результат. Вы найдете свою тему обязательно и обязательно создадите продукт, потому что если вы общаетесь с людьми, вы обязательно найдете что-то, что вашим читателям нужно. Знаю, что тоже есть такие замечательные у нас примеры, кто в итоге в процессе ведения блога, изучения всего, создали продукты и сейчас успешно продают их. И все пользователи, еще раз повторю, которые самостоятельно проходили всю настройку по видеоурокам, приобрели уверенность в себе и новые знания для бизнеса в интернет. Это абсолютно точно свидетельствуют все практически пользователи. И здесь важно, друзья мои, слово «самостоятельно». Я настаиваю на том, чтобы пробовать все-таки настраивать самостоятельно. Массу новых знаний получает пользователь и, конечно же, уверенности в том, что нужно делать дальше. Партнеры. Так, да, вот, подытожим, да, вот MLM, блог за 1 час и шаблон Up Inspiration. Что это такое вообще в итоге получается? Возможность самостоятельно создать и профессионально настроить свой бизнес-блог, сделать первые уверенные шаги в интернет. Это сообщество, друзья мои, это вы. Творческие, яркие, предприимчивые, активные, смелые и целеустремленные личности. Ну, это абсолютно точно. Это возможность заработать на партнерке, возможность проявить творчество и индивидуальность, ну и, конечно же, вдохновение. Кстати, inspiration переводится именно как вдохновение. И назвала я его, мы назвали его вдохновением именно потому, что родился он именно по вдохновению. Меня вдохновили именно сетевики на данный продукт. Так что вот он такое название и имеет. Идем дальше. Планы на следующий год. Да, немножко я освещу планы, что мы будем делать.
Дальше. Итак, шаблон будет дальше, конечно же, развиваться и поддерживаться. Вебинары по ведению блога. Дело в том, что мы обратили внимание, что много пользователей купили и настроили шаблоны, но не все ведут блоги. И здесь разные причины есть. Но, кстати, сейчас тенденция наметилась такая, что, допустим, пользователь купил шаблон, допустим, год-два назад, настроил, ушел из интернета и сейчас возвращается и говорит, что осознал, что такое блог, понял, что он нужен и хочет его возобновить, работу над ним. То есть вот сейчас таких очень много людей именно возвращаются. Поэтому возникает такой вопрос у многих, как вести блог, как его эффективно, точнее, вести, да, как привлекать аудиторию, как привлекать на подписку людей и так далее. Ведь блог на самом деле выполняет несколько задач. И важно, чтобы как бы автор блога вел его правильно тоже, помимо того, что он настроен правильно. Нужно еще его вести правильно. Поэтому у нас есть такая задача на следующий год. Мы объявляем следующий год блогинга. Я надеюсь, вы со мной, вы с нами. Вот, и мы будем проводить вебинары именно по ведению блога. Дальше, плагины по монетизации будут, конечно же, развиваться дальше, как я уже сказала. И в планах у нас есть создать каталог и магазин. Да, вот я вижу по поводу вебинаров, да, ведение блога очень актуально. Согласна, да. Есть такие вопросы, очень много, и я думаю, что это будет полезно всем. Отлично. Хорошо, друзья. Значит, смотрите, плагины для монетизации. Каталог, очень много тоже запросов идут, и магазин. Как это пока будет, у нас есть наработки, это буквально в ближайшее время мы приступим к разработке данных плагинов. Поддержка шаблонов остается у нас тоже. Дальше, лицензия обновления. Вот с этим у нас произойдет изменение. Значит, смотрите, все, кто в течение 3 лет и до 1 января приобретут шаблон и плагины, обновляться, как мы и обещали, как была договоренность, будут бесплатно, но с ключом автоматического обновления. То есть нужно будет докупить этот функционал, просто докупить сам функционал. И обновления бесплатные пожизненно. То есть мы как обещали, так оно и будет. Но с января, с 1 января лицензия будет даваться только на 1 год. Ключ. Это понятно, да? То есть как бы приобретается шаблон, ставится ключ, и он активный будет, точнее, шаблон-то будет работать и без ключа, но обновление, если пользователь захочет обновиться через год, получить новую версию, нужно будет продлить лицензию. Продлеваться она будет за 40% от стоимости продукта. Но это, еще раз повторю, ни в коем случае, как и сейчас, ключ вы знаете, да, он не влияет на функционал. То есть у вас работает шаблон как с ключом, так и без ключа. Просто обновления получают те пользователи, которые приобрели ключ. Для всех, кто приобрел, еще раз скажу, да, шаблон и ключ до 1 января, обновления бесплатные и пожизненные. Никаких доплат не будет. С 1 января пользователи будут продлеваться каждый год для обновлений. Так, хорошо, идем дальше. Я надеюсь, здесь понятно все, но я еще отвечу на вопросы, когда мы закончим. Приоритетная техподдержка. Тоже очень много было запросов у нас в техподдержку для оказания немножко большей помощи, чем техподдержка должна оказывать. Ну, например, следить за чистотой блога, да, чтобы там не было вирусов, за безопасностью, периодически делать обновления. То есть вот ну, такие вот вещи текущие. И когда мы в итоге вот думали, как это реализовать, и решили, что в следующем году мы сделаем приоритетную техподдержку. Уже, кстати, в клубе есть информация об этом и сколько она будет стоить. Для желающих вы можете приобретать эту техподдержку, она платная. Вся остальная техподдержка останется как прежде, да, то есть и по скайпу в определенные часы, по e-mail, это все бесплатно, как было, так и остается. Просто дополнительная еще услуга появляется, приоритетная техподдержка для тех, кто хочет немного больше поддержки, чем мы обязаны давать по шаблону. Цена шаблона будет примерно 5490, то есть, как мы и говорили, мы повышаем стоимость, не ниже. Пишу примерно, потому что непонятно, что происходит сейчас и как это все будет дальше развиваться. Ну, все мы знаем, что
сейчас творится, да, с долларом и так далее, и пока никаких прогнозов мы сделать по цене не можем, ну, примерно 5490. И последний пункт, тоже было очень много запросов, и было у нас несколько пилотных версий, мы запускаем разработку и запуск английской версии шаблона. Английской версии шаблона. Мы как бы выходим на западный рынок, потому что очень много у нас запросов по этому поводу. У нас есть уже потенциальные клиенты, которые уже в течение 2 лет буквально нас теребят и говорят, когда уже будет. И все, вот не доходили руки. И вот в этом году мы начинаем разработку и запуск английской версии шаблона. Это будет другой шаблон. Это не будет... ABA Inspiration, это будет другой шаблон. Мультиязычный, это значит, что, объясню сейчас, значит, смотрите, как делается, вот сейчас у нас ABA Inspiration, это русская версия. Все, что там прописано, прописано на русском языке, прямо в коде. Мультиязычное делается так, специальные вот тексты, которые в кодах прописываются, они как бы обрамляются, что ли, в специальный код, и пишутся на английском языке. То есть изначально это будет основной язык английский. Затем вот все файлы перерабатываются, все тексты обрамляются вот в этот вот специальный код, потом шаблон пропускается через специальную программу, и вот все, что обрамлено, так сказать, в этот код, складывается в один файл, в один языковой файл. Поэтому он мультиязычный. Что это значит? Вы берете этот файл, с одной стороны английский язык, а с другой стороны вы переводите каждую фразу на свой язык, который вам нужно. Поэтому он мультиязычный, каждый сможет перевести на тот язык, который нужно. Изначально это английская версия, но будет языковой файл, где каждый сможет написать свой текст. Вот, так что вот такие у нас грандиозные планы, и работы предстоит много. Итак, идем дальше. Партнерская программа. Тоже у нас есть некоторые изменения. Комиссионные 33% плюс 7% – это двухуровневая у нас партнерка. То есть прямая продажа, ну, я имею в виду первая, да, 33%. Если у вас если ваш партнер продал, то вы получаете 7%. Вместо счастливой недели мы ее убираем на следующий год. Это вот последний, кстати, месяц, декабрь, когда последняя неделя счастливая, мы будем проводить вебинары в конце каждого месяца, то есть вот такого вот рода вебинары полезные, и будет даваться скидка в конце каждого вебинара. Вебинары будут по партнеркам, естественно, то есть вы можете приглашать ваших партнеров или подписчиков на вебинар, и в дальнейшем они смогут получать скидку после вебинара. Далее, активные партнеры будут иметь возможность самостоятельно устанавливать цену на шаблон. И последний пункт – это подробнее о партнерской программе на отдельном вебинаре. Дело в том, что есть еще кое-какие изменения, и мы их отдельно, мы сегодня не будем подробно об этом разбирать. 26 декабря в пятницу все, кто желает зарабатывать на партнерке MLM Blog за час ABA Inspiration и сопутствующих продуктах, приходите в пятницу, мы еще оповестим 26 декабря, и мы все это тоже еще подробно оговорим. Итак, идем дальше. Еще у нас появилась программа для фрилансеров. Мы уже ее как бы запустили, и уже были пробные варианты работы, и она как бы себя зарекомендовала, этот старт, и мы решили его продолжить. На следующий год он будет у нас тоже функционировать. Итак, программа для фрилансеров. Что это значит? У нас образовалась некоторая группа людей, кто хорошо разбирается в шаблоне ABA Inspiration, в том числе в WordPress, в блогинге, и мы предоставляем. И они могут, такие люди могут настраивать блоги, да, то есть брать на заказ. Для таких специалистов, фрилансеров, мы предоставляем особые скидки, особые условия. Комплекты шаблонов для фрилансеров будут продаваться по специальной цене с большой скидкой в зависимости от количества. Это тоже мы все дополнительно еще в середине января оговорим. Тоже будет отдельный вебинар для фрилансеров. И также для фрилансеров, те, кто будут участвовать в этой программе, будет бесплатное обучение по настройке шаблона ABA Inspiration. Вот по настройке блога на шаблоне ABA Inspiration. Вот такие вот у нас планы на будущее. Отлично, идем дальше.
Да, вот все, на этом у меня закончил. Ну, скажите по поводу планов. Как вам планы? Кто заинтересован в программе партнерской, кто по фрилансе? Кому интересны такие предложения? Еще раз повторю, что у нас будет, точнее, 26-го по партнерке отдельный вебинар, приходите. И где-то в середине января, еще точно мы не решили, будет для фрилансеров. То есть мы точно уже установим эту программу и будем над ней вместе работать. Ага, отлично, вижу отзывы, хорошо. Итак, друзья мои, ну что ж, конечно же, день рождения, как же без подарков? Подарки мы делаем в виде скидок, больших очень скидок. Сейчас у нас последние уже просто вот дни, когда мы продаем шаблон, предлагаем шаблоны, плагины по специальным ценам. И цены у нас следующие. Значит, на живую форму 1850, на шаблон 1590. Друзья мои, такой цены вообще, по-моему, только в самом начале была, когда еще 3 года назад, несколько дней во время запуска. И входная страница, как и обещала, будет 1050 рублей. Все это вот именно по этим ценам, праздничные и такие большие скидки у нас только до 22 часов сегодняшнего дня. Вот, можно приобрести по ссылке vpwebinar.ru, то есть переходите по этой ссылке, и с правой стороны боковой колонки есть баннеры всех вот этих 3 продуктов. Кликайте и приобретайте. Сейчас там цена установлена именно такая. Ну что, друзья, я готова ответить на вопросы, на ваши. Еще раз хочу вас поздравить с таким замечательным праздником. Вот. И двигаюсь немножко вверх, смотрю ваши вопросы. Так, ну что, друзья, я вижу, все в основном вопросы здесь дальше идут по оплате. Значит, смотрите, все очень просто. Если есть вопросы, как оплатить, где оплатить, когда оплатить, проблемы с оплатой и так далее, все, что касается вот денежных вопросов, обращайтесь в техподдержку. Техподдержка у нас осуществляется сейчас после вебинара по скайпу mlmproject.ru. Вот, и все вопросы задавайте в скайп. А я уже прощаюсь с вами. Еще раз вас поздравляю с праздником. Это и ваш тоже праздник, это и вы тоже достойны того, чтобы праздновать его, потому что многие из вас уже 3 года с нами, и благодаря вам, собственно, шаблон развивается и стал вот таким вот замечательным, популярным и, собственно, классным. Спасибо вам большое, что сегодня поприсутствовали. Желаю вам всего хорошего, успешного блогинга, и на следующий год мы объявляем год блогинга, год ведения блога. Все, друзья, желаю вам успеха и всем пока!